Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим о моде честного ряда. Очень много вопросов задают за моду. Итак, давайте посмотрим. У нас имеется ряд чисел 1, 3, 3, 7, 7, 5 и 4. Дело в том, что мода – это наиболее часто встречающееся число. В данном случае у нас часто встречаются тройка и семерка по два раза. Значит, мода это 3 и 7. Мод может быть несколько. Иногда встречаются ряды, в которых моды вообще нет. Например, 1,3, 2,5, 7,3 и 10,5. В таком ряду моды нет. Далее. Обратим свое внимание, что вот мы видели пример, когда мод может быть несколько, а мода может быть и одна. Итак, числовой ряд 1, 5, 5, 5, 2, 3. Ни одно из чисел не повторяется, кроме пятерки. В нашем случае мы напишем, что мода это 5. Спасибо за внимание.